На заседании Совета министров иностранных дел Арарат Мирзоян представил позицию Армении по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Министры иностранных дел Армении и Таджикистана подчеркнули стремление в полной мере использовать потенциал торгово-экономического сотрудничества. Состоялась церемония приведения к присяге вице-премьер-министра Армении и ряда министров. США поддерживают политику открытых дверей НАТО, приветствуя стремление любой страны вступить в альянс, отметила Джен Саки. Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал принятие Верхней палаты Конгресса США законопроекта об оказании военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Турция может выступить посредником в переговорах по Азовстали, заявила Верещук. Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована, заявил Полянский. Парламент Греции одобрил увеличение военного присутствия США.